Друзья, всех приветствую на своем канале. Снова я решила сделать розыгрыш. И сейчас хочу сказать о прошлом розыгрыше. Значит, три приза. Два приза уже ушли. Бандерольки. Одна бандеролька уже ушла в Туапсинский район, насколько я правильно говорю, в ПГТ Новомихайловская у Чёрного моря. И это канал Снежана «Моя жизнь у моря». Кому интересно, вы могли бы посмотреть, зайти на канал к ней и посмотреть как раз распаковку бандерольки моей. Канал очень интересный. Очень хорошо развивается и быстро. Желаю процветания. И что еще хочу сказать? Второй приз «Утюг» ушел. Немного, чуть-чуть я не, ну как сказать. В общем, мужчина, насколько я, ну, мы друг друга смотрели, тоже ж мой подписчик, я его подписчица. Он работал в Дмитрове. Оказалось, в данное время он работает и живет в Белоруссии. И так как это очень дороговастенько туда посылать посылочку, посылочка или бандеролька стоит 2000 или 2500. Но мы договорились, и я отправила по почте в город Дмитров. А третий призер... Третий призер, в общем, я писала на канал, и на своем канале обращалась, писала номер телефона, WhatsApp. Но мне написали такой ответ: мы очень рады, что мы в призерах. И все на этом. Поэтому вот так. Ну, перейдем к призам. Призы в этот раз будут вот такие, смотрите. Вот такие три приза одинаковых. Это кондиционер для волос. Суперский. Называется Сеасалт. Называется «Вечер поздний». Почему я его именно разыгрываю? Потому что это очень хорошая вещь. Осенью у меня выпадал волос. Я не знаю, чего это. От красок или от чего. Я стала вот этим... кондиционером пользоваться. Вот, сейчас открою. У меня перестали волосы лезть. Благодаря ему, наверное, потому что я пробовала очень много всяких средств. Запах бесподобный, сразу говорю. Кому повезет, так уж повезет. Хорошая вещь. Ну и в придачу кондиционеру я хочу еще добавить. Кому-то повезет. Вот такие одни серьги. То, что у меня есть, то я и разыгрываю, друзья. И буду продолжать что-то разыгрывать, потому что у меня есть еще много чего. Это одни, кому-то повезет. И вот таких двое. Я к себе... Вы видите, у меня уши не пробитые. Серьги я не ношу. Но я к себе примеряла. Мне очень понравились. Мне кажется, вообще класс. А вот эти что-то особенно понравились. Ну, никогда я не носила. Когда-то еще в далекой молодости клипсы примеряла, носила, может. Не может, а одевала. Помню, уши болели. Вот. Мне кажется, классные они. Бижутерия, но симпатичная бижутерия. Камешки такие. Надеюсь, вам видно. Ой, куда я показываю? В общем, вот так. Хотела вот эти перчаточки кожаные, белые, разыграть. Ну, как-то, знаете, думаю, они одни. Может, я и не права. Прикольные. Может быть, в следующих розыгрышах. На меня маловатые. Поэтому, может, они и тянутся, я не знаю. Ну, как-то так.
следующем розыгрыше, короче говоря. Что еще я должна была вам сказать-то важного по поводу... по поводу розыгрыша. В этот раз будет все намного проще. Намного проще. Все поправляю, я уж извиняюсь. Я не буду при вас искать подписки. Я найду это заранее, всем присвою номер, запишу и уже... Как буду доставать номерки, уже буду знать, человек подписан или нет, чтобы не тянуть резину. Будет все намного проще. Как-то так. Что-то еще, может, хотела сказать, да забыла. В общем, всем желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал, на каналы, о которых я говорила. Снежана, жизнь на море. Владимир Воднер на английском канал называется. Очень хорошие люди, хорошие как друзья. Вас у меня очень много каналов таких, очень много, которые меня поддерживают. И я тоже поддерживаю своих друзей. И в следующих видео я буду, наверное, тоже о них говорить. Нужно поддерживать друг друга, как-то помогать развиваться, я так думаю. И вообще задавайте вопросы, может быть, на какую-то тему я сделаю видео. Я уже говорила об этом неоднократно. Ну все, всем желаю самого главного здоровья, удачи, успеха во всем. Давайте будем добрее друг другу. Пишите что-нибудь мне. Ну, от вас требуется подписка, комментарий, подписывайтесь на канал. Всем всего доброго.